Константин Генич и Георгий Черданцев вместе с вами в ожидании хорошего, классного футбола. Да, сегодня мы будем наблюдать за тем, как команды будут решать свои турнирные задачи, и будем надеяться, что футбол получится отлично. И вот состав хозяев. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Эльмир Набиуллин. Тушсантуш Авейру. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Мяч уходит на угловой. Александр Кокорин! Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. И пошла передача. И как опасно пробил. Вот это спасение. Магомед Аздой. Терпеливо ждут они своего шанса. Загой. Отлично сыграно. Надо решать. Тушсантуш Авейру. И это удар! На месте голкипер, все в порядке. Головой. Головой наносит удар игрок. Все, ушел мяч за пределы поля, удар от ворот. Андреас Самарис. Потерял он мяч, но кому он достанется? Тушсантуш Авейру. Завершилась эта атака, и вратарь готовится вести мяч в игру ударом от ворот. Аут. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Аздой. Эльмир Набиуллин. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. Андреас Самарис. Пока неплохо. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Во время углового оборона должна действовать очень слаженно. Александр Кокорин. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Отличная игра в пас. Какая техника. Как он обращает Тушсантуш Авейру. Арбитр назначает угловой. Вот ворот. Магомед Аздоев. Это может быть опасно. Тушсантуш Авейру. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Вот это удар! Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться.
Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Итак, перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Может получиться интересная атака. Душ Санту Шавейру. Хороший пас во фланг. Мяч перехвачен. Защитник молодец. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ошибся с передачи, и мяч ушел за пределы поля. Головин. Опасная передача. Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч не нашел. По всей видимости, замена готовится у команды хозяев. Вливает свежих сил в игру наставник команды. Здорово! Алан Загоев! Прекрасная игра вратаря, и спасает он свою команду от неминуемого гола. 0-0. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Замена. Интересно, перестроится ли как-то команда после нее. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Смолов. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешения судьи. А сейчас вперед можно выйти. Гол! Они вышли вперед. Нет, нет борьбы на поле. Я настроился на жесткую, такую упертую игру. Но то, что мы сейчас видим, делают, что хотят. Еще бы, они свободно чувствуют себя у ворот соперника. Полное преимущество по ударам и, думаю, по владению мячом. В домашней команде, видимо, сейчас замена. Готов уже игрок выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. И вот потери в центре поля. Это может быть опасная атака. И пошла передача. И легко прерывает эту передачу защита. Давай, подавай уже. Смотрим, сколько угловых было подано в сегодняшнем матче. Аут. Олег Шат. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Миранчук! Далеко от ворот проходит мяч. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля. Удар нужен! И что это? Гол! Перевес в счете вследствие перевеса в игре, инициатива, мяч, территория, количество опасных моментов. Все на одной половине поля, ну и вследствие всего этого на табло. И это его второй гол. Дубль он сегодня оформляет. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Пошли последние 10 минут игры. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Олег Шат. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов.
Здесь защита справляется, мяч отобран. Три минуты будет добавлено. Пока неплохо. Тут защита справляется с потерей мяча. И все, свисток.